Избиратели поселка Кахим досрочно выбирали своих депутатов местного Хурала, представителей 15 одномандатных округах. Всего был зарегистрирован 21 кандидат в депутаты. Выборы признаны состоявшимися. В голосовании приняло участие 7154 избирателя. Явка составила 62%. По предварительным данным, большая часть голосов набрали кандидаты, 12 кандидатов от Тувинского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», один кандидат от Тувинского регионального отделения политической партии ЛДПР и два кандидата самовыдвиженцы. И на настоящий момент территориальная избирательная комиссия Кызылского Кажуна определит результаты голосования. По данным ТИК Кызылского района, выборы прошли без нарушений. Во всех избирательных участках, где проходили досрочные выборы, были соблюдены санитарные нормы и приняты антиковидные меры. Алдынай Сая, Чехиан Дунгак, Казамат Учур, Тува-24.